На наше предложение отвезти дочку в Москву и показать врачам отделения радиационного риска столичного НИИ педиатрии и детской хирургии, родители Марины Куконос согласились сразу. Так Марина стала главной героиней этого фильма и впервые за 12 лет своей жизни уехала из Брянской области, из родной деревни Увилья, над которой за несколько лет до рождения Марины пролилось дождями Чернобыльское облако. Когда мы везли Марину и ее маму в Москву, трудно было даже предположить, чем закончится эта история. Алена не отставала в психическом развитии от своих сверстников. Она понимала, чем отличается от других детей. На 10-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС съемочная группа телекомпании НТВ побывала в детском доме имени Крупской под Киевом. Сюда поступали дети с врожденными пороками развития. Родители от таких детей отказывались. Тогда врачи говорили об усилении человеческой мутации, хотя дети с подобными отклонениями рождались и до Чернобыля. После 86-го, после этой трагедии, стала наблюдаться тенденция к появлению детей с врожденными патологиями. Причем массовое поступление детей. Воздействие радиации не всегда приводит к столь ужасным и очевидным последствиям. Иногда следы облучения видны только под электронным микроскопом. Это кольцевая хромосома. Если врач-генетик находит в человеческих клетках хромосомы формы кольца, первый вопрос пациенту, не подвергался ли он или его родители радиационному облучению. Радиация меняет формы и размеры хромосом, вызывая их поломки или мутацию. Сегодня мутация хромосом наблюдается не только у участников ликвидации Чернобыльской аварии, но и у людей, получивших гораздо меньшую дозу облучения. Например, у тех, кто после аварии остался жить на загрязненных радионуклидами территориях. В России это прежде всего Брянская область, в юго-западных районах которой и сегодня есть места, где радиационный фон значительно выше, чем в 30-километровой зоне вокруг Чернобыля. Мутации хромосом сказываются на всем организме человека. Это ведет к длительному нарушению иммунитета и повреждению различных органов. В частности, очень страдает щитовидная железа, очень много заболеваний щитовидной железы. Может вызывать даже рак, онкологические заболевания. Медицинское обследование Марины Куконос в Москве началось с анализа крови на хромосомные мутации. Здравствуйте, как вас зовут? Марина? Нормально, шучу. Работаем кулачком, садись прямо, спинка к спинке. О, работай кулачком. Под воздействием радиации изменения происходят во всех клетках человеческого организма. Врачи берут для анализа клетки крови просто потому, что их проще исследовать. Через 2 недели генетики обещали сообщить процент мутированных клеток в организме Марины. По сегодняшним нормам, таких клеток у здорового ребенка не должно быть больше 5%. У детей с врожденными пороками развития, от которых, как правило, отказываются родители, количество мутированных клеток в организме от 7 до 10%. В 28 апреля 1986 года шведский инженер Клифф Робинсон пришел на работу на атомную станцию «Фосмак». После того, как он вымыл руки, что было положено по инструкции, он должен был пройти дозиметрический контроль на специальной машине. Когда он подошел к аппарату и вставил руки в отверстие, через несколько секунд раздался сигнал тревоги. А еще через 3 часа на станции объявили эвакуацию. Сегодня каждый работник станции должен пройти на выходе и входе процедуру дозиметрического контроля. Но 28 апреля 1986 года в отделе радиационного контроля атомной станции долго не могли понять, что случилось. Инженер Клифф Робинсон еще не был внутри станции, он только шел на работу, а прибор уже показывал радиационное загрязнение.
Больше того, весь персонал утренней смены, которая только должна была заступить на дежурство, уже был загрязнен. На Форсмарк объявили эвакуацию. Более 800 человек вывезли за 20 километров в специально подготовленный район. Служба дозиметрического контроля тщательно обследовала все помещения, но обнаружить утечку радиации на станции так и не удалось. Все три реактора работали нормально. Сначала мы ничего не могли понять. Вся радиация снаружи. Внутри абсолютно чисто. Мы берем пробы внутри станции, ничего нет. Все работает отлично. Мы просто не могли себе представить, что где-то произошла крупная авария, а никто о ней не сообщает. Через несколько часов поступили тревожные сообщения от шведских военно-морских сил. У нас были сообщения от наших судов береговой охраны в Балтийском море. Они говорили, что их фильтры охлаждения двигателей тоже заражены радиацией. Тогда мы поняли, что это не у нас. Мы просчитали, что случилось это в районе Киева. Мы посмотрели метеорологические сводки. Оказалось, что именно оттуда дул ветер в последние дни. И оттуда пришли дождевые облака. Мы обратились к правительству. Они сказали, что связывались с Москвой. Москва ответила «нет». У нас ничего не случилось. Возможно, они и сами еще не знали. Был полдень. А через несколько часов, ближе к вечеру, русские подтвердили. Да, в Чернобыле произошла авария. Вы видите первую видеосъемку Чернобыльской атомной станции после аварии. Заплывы и подергивание изображения — это не брак пленки. Как видеокамера реагировала на смертельные потоки гамма-излучения над развалинами четвертого блока. Эти кадры снимали 28 апреля 1986 года, на третий день после катастрофы. В это время в Москве тогдашний министр энергетики СССР подписал приказ аварию на четвертом блоке ликвидировать 19 мая и запустить его в нормальную эксплуатацию. Руководство страны получило информацию от правительственной комиссии. В общем, нам докладывали правду. Но какую правду? Ту, что они знали. А они практически первые два дня вообще мало что знали о природе взрыва, вообще аварии. Поэтому мы все были в неведении. И поэтому даже не было что сообщать. Они возились там, все делали, но выводов никаких не было. Существовала система оповещения об аварии. Она и сейчас существует. И в те времена это делалось, так сказать, без объяснений, без ничего. Значит, со станции специальный человек, это дежурный по станции, сообщает в Москву, ничто там, просто назывались, такой пароль был, 3 цифры, 444. Все. Около 2 часов ночи в Москве получили сигнал 444 с Чернобыльской атомной станции и оповестили группу специалистов немедленного реагирования, которые были готовы вылететь в Чернобыль. Начали связываться со станцией, вышли на директора, который сказал, что ситуация под контролем, реактор охлаждается. Вот. Так что вроде бы паники никакой нет, все тихо и спокойно. Ну, авария есть, но будем разбираться и принимать меры. И все разъехались спокойно. Диспетчер, который на станции дежурит, видит, что никаких телодвижений нет, ничего нет, повторил сигнал где-то уже, может, часов в 5, а может, в 6 утра. Снова повторил этот сигнал. И все снова сбежались. Что одна информация прошла, это другая. И было принято решение лететь, разбираться на месте. И полетели. Почему тогдашний директор Чернобыльской атомной станции Виктор Брюханов так скромно доложил в Москву об аварии и не потребовал немедленной эвакуации людей с прилегающей к станции территории, он толком не объяснил ни в одном интервью. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года двое свободных от смены рабочих станций ловили рыбу в пруду охладителя, недалеко от четвертого блока. Приблизительно в половину второго ночи они увидели яркую вспышку над крышей четвертого блока. Из показаний очевидцев. Анатолий Рудзик, слесарь ЧС. Вспышка пропала примерно через 2 секунды. Примерно через 30 секунд я увидел вторую вспышку, похожую на первую. Звук был похож на овации в большом концертном зале, продолжительный и сопровождался шипением. После второго взрыва наблюдал большую черную тучу куполообразного вида, которая разрасталась по мере утихания звука.
По размерам туча была примерно в полтора раза больше блока. Из отчета Института ядерных исследований Академии наук Украинской ССР. Киев, 1989 год. Так 20 лет спустя выглядит блочный щит управления реактором 4-го блока Чернобыльской АЭС. Когда самое страшное уже произошло, те, кто нажимали на кнопки, еще не знали, что реактора уже больше нет. Из помещения дозиметристов масштаб аварии тоже было трудно оценить. Вы не слышали тогда взрывные удары такие рухи? Первый удар ничего, а второй, за вторым ударом у нас приточная вентиляция была, хлопок такой резкий был. Выдавило дверь, дверь у нас открывалась на коридор, двойная с двух створок. Вот. И приточный люк вентиляции, это и понесло черную жопу, потухла, потух весь свет. Я увидел в машзале из проломов крыльям, кровли машзала, если до этого там были видны только яркие звезды видны были, в этот момент ничего уже не было видно, а в машзал спадал такой столб черной пыли. Уровни радиации были не просто смертельными, они были запредельными. На станции не было приборов, чтобы их измерить. Поступила команда с блочного щита, щитовой. Доложите дозобстановку. А какую дозобстановку? Доклады МТШ есть, а с чем эти? Я пошел в то помещение, взял там прибор. Аллерон тоже, пшш, датчик заревел. То есть прибор зашкалил, по-моему, да? Он не то, что зашкалил, а просто это самое, сам датчик, просто, знаете, как лампочка сгорает, только пшш, и потухло. У меня в это время уже начались рвоты. Я почему-то полагал, что эти рвоты связаны, ну, может быть, с тем, что было... Все делалось на бегу, у меня першило во рту, думал, может быть, с этим связано. Или, думал, йод как-то я плохо воспринял. Никак не мог представить, что рвота – это первые признаки получения лучевой травмы. Когда я подошел туда, я говорю, я встретил представителя профсоюзного комитета, все развалины. Это развалины, где-то тогда это было просто старый кинохроника разрушенного Сталинграда. Я говорю, кто? Он сказал, Хадимчук до сих пор не найден, а Шишинок в тяжелом состоянии, обожженный, вытащен. Оператор реакторного цеха 4-го энергоблока Валерий Хадимчук стал первой жертвой Чернобыльской катастрофы. Тело найти так и не смогли. Место его гибели укрыто саркофагом. Непосредственно первую разведку возглавлял Перевозченко Валерий, начальник смены реакторного цеха, вместе с Топтуновым, вот, старшим управлением реактора, они прошли туда, увидев развалины реактора. Вот это видение кончилось для них трагически. Они скончались в Москве. Это были только первые погибшие. 28 человек скончались от лучевой болезни вскоре после аварии. Чернобыль собирает свои жертвы до сих пор. До госпитализации в отделении радиационного риска оставалось 2 дня, и мы решили показать Марине и ее маме Москву. После глухой деревушки в Брянской области, из которой Марина выехала впервые, столица не просто произвела сильное впечатление. Девочка увидела, что другая жизнь, которую иногда показывают в кино и по телевизору, реально существует. Здесь все было по-другому. И только пластмассовые коровы у ГУМа напоминали родные места. Слышала?
Бурень. Домашнее молоко лучше не пить, а сдавать на переработку на масло и сыр. Тогда все радионуклиды останутся в молочной сыворотке, а в масле и сыре радиации не будет. Так рассказывали врачи из районной санэпидемстанции, пока их в прошлом году не сократили. Сливали сразу, начали запрещать коров держать, чтобы все сдавали коров. Спрашивали, ну, в магазин привозили молоко, сметану, все начали привозить, продукты. По талонам, помню, была и колбаса давали, масло. Но талон на изобилие быстро закончилось. Молоко здешнее как пили, так и пьют. Дозиметры для местных жителей непозволительная роскошь, а предупреждающие надписи производят впечатление разве что на заезжих чиновников да журналистов. Радиация не смогла сломить крестьянский образ жизни. Без хозяйства в деревне не прожить. Радиационные пособия для взрослых, по-народному гробовые, 470 рублей в месяц. Плюс еще едовые, 214 рублей. На них, по задумке чиновников, нужно покупать чистые продукты в сельпо. Сегодня на загрязненных Чернобылем землях в Брянской области живут около 300 тысяч человек. Небо стало темное, дождь пошел, ливень прям. Ну, быстро съехала туча. Потом неделя прошла, и нам сказали, что радиация у вас здесь. Воды не пейте, молоко тоже не пейте. Вот. Все в магазине покупайте, стали нам возить продукты. Цезиевые, стронцевые и плутониевые дожди полили Брянскую землю неравномерно. Четыре деревни отселили сразу, дома в них сравняли с землей. Еще несколько населенных пунктов включили в зону обязательного отселения, но там до сих пор живут люди. По российским законам люди здесь жить не должны. Наш дозиметр показывает больше 400 микрорентген в час. Например, если в московской квартире уровень радиации превышает 30 микрорентген, это уже повод, чтобы обратиться к властям и требовать альтернативной жилплощади. Все, кто здесь живут, неизбежно ставят эксперимент над собственным здоровьем и над здоровьем своих детей. Прямо. О! Ой, пошел, ребята. Все убьем. Запаха вот на следующий год. Клею посею. Все, корову держу, молоко пью, продаю, кому надо. Кому не надо, не продаю, кто не хочет куплять. И все. Так и выживаем. Зарплату никто не платит. Денег нет. Крестьяне, это крыше, раньше жили. Так и это, к этому пришло. Вертолет летал. Из вот такой с болванкой он фон это измерил. Вот так мы живем. Что ты намерил, что я намерил. Ты все это муть негодная. А люди сеют и пашут. А сколько в земле ты мне его померяй, сколько в земле тут и есть. На самом деле местные жители хорошо знают, где в деревне радиации много, а где поменьше. Кроме этого, на ежегодном осмотре в Брянском диагностическом центре им сообщают, какое количество радионуклидов вместе с водой и пищей попало в организм. Вот тут 9 тысяч радиаций. О, в больнице был, проверялся. Время идет, а отношение людей к радиации здесь не меняется. 5 лет назад, когда мы впервые побывали в Красногорском районе Брянской области, местные старики с каким-то странным задором обреченных рассказывали нам о том, как они едят загрязненную радиацией пищу, и трогательно сообщали, сколько у них этой радиации врачи намерили внутри. Мы с ее породнились, так мы уже не боимся. Я с первого дня, это сливы, я беру, ем, даже вот только так в руке шурну и в рот. Я сильно любитель на эту, на зелень. А ничего, не болеете? Нет. Пока нет. А? Ну, сердце, вот сердце, так это мне давным-давно на это барахлить. А так, слава Богу. Понятно. А врачи что говорят? Приезжают сюда к вам? Приезжают, замеряют. Вот у меня на сегодняшний день, допустим, 470. Я не что? Ну, во мне, в организме. 470 чего? Ну, я же не знаю этого.
Из баба Бани или Евсевна, долгожительница деревни Заборье, стоит на отшибе. 5 лет назад, когда мы снимали эти кадры, Евсевна пожаловалась нам, а заодно и комиссии из района на то, что вот уже несколько лет у нее выживает только куры черного цвета, а все белые дохнут. Только еще говорит, что мои куры дохнут? Разрежет печенка, распалась. Увеличена в несколько раз и распадается, куры дохли у нее. Специалисты тогда измерили радиацию рядом с домом Евсевны. И в очередной раз сообщили ей, что жить здесь никак нельзя. А грунт пообещали собрать и вывезти в могильник. Евсевна большая. Евсевна большая? Да. Евсевна большая. У нас вот тут в жилье один двор, вот у леси. Тогда там с рудни прогоняли корову. Вообще прогоняли, что она же богатая, сено купит. И запретили, что ли, кого не прогонить. Молоко никуда не промают. На бане с тех пор разводила только темных кур, потому что они к радиации приспособиться смогли. Переселяться куда-либо она категорически отказалась. Куда мне уезжать? Не знаю. А я куда, одна уже никуда не поеду. Помру уже на своей стороне. Да как у бабушки Матрёны было 3 дочери, да. Опять забыла. Анна Евсеевна Ефименко умерла в 2005 году. Ей было 82 года. Грунт у ее избы все так же светится в 20 с лишним раз сильнее допустимой нормы. В могильник его так никто и не вывез. Вокруг по-прежнему живут люди. Летом сюда приезжают дети. Родители привозят их из города к бабушкам и дедушкам, чтобы они отдохнули на природе, набрали сил перед новым учебным годом. Сосед Евсеевна с удовольствием рассказывает московским журналистам любимое стихотворение долгожительницы из Заборья. День погожий, тихо-сухо, предвечерний час. Вот знаете так, стихотворение. На крыльце сидит старуха и ведет рассказ. Я любое знала дело, на любое шла. И пахать, и жать умела, и косить могла. Молотила, лен трепала, до вечерних звезд. Одного холста соткала, может, на 100 верст. А уж сколько спела пряжи за свои года, и никто спасибо даже не сказал тогда. Эти мыши являются для нас сейчас моделью, на которой мы разрабатываем новый класс против радиопротекторов или противолучевых препаратов. Вот это самое важное. На мышах украинские биологи изучают воздействие малых и средних доз радиации. Как и в случае с курами Бабаани из Брянской области, оказалось, что цвет имеет значение. Черные мыши переносят радиацию значительно лучше, чем белые. Дольше живут и сохраняют активность. Есть мыши, у которых радиация очень долго не вызывает мутации хромосом. Люди тоже по-разному переносят воздействие радиации. Ученые разделили человечество на 4 типа. Суперчувствительный, очень чувствительный, среднечувствительный и относительно устойчивый. Причем относительно устойчивые люди способны выдерживать на порядок больше радиационное излучение, чем среднечувствительные. Пока, правда, чтобы определить, кто к какому типу относится, людей пришлось бы облучать. Достоверных лабораторных методик определения индивидуальной радиочувствительности не существует. Предполагается, что брюнеты лучше приспособлены к радиации, чем блондины. С возрастом обменные процессы в организме замедляются, поэтому пожилые люди менее подвержены воздействию радиоактивных веществ. Самое главное, что скафандр снимать. Ну, Елену снимает. И Елену снимает. Ну, Елену свети, говорю. О. Ой, нет. То, что относительно устойчивы к радиации люди существуют, на Чернобыльской атомной станции за эти годы не раз убеждались на практике. Таким людям поручали работу в самых опасных участках внутри саркофага, на крышке разрушенного реактора и даже в реакторной шахте. Уровни радиации здесь превышали 1000 рентген в час. Кому-то хватало одной такой вылазки, чтобы подорвать здоровье. А некоторые, вопреки всем инструкциям и нормам безопасности, залезают в реактор до сих пор. В отличие от подопытных чернобыльских мышей, которых облучают, но кормят чистыми продуктами, люди на загрязненных территориях испытывают двойное воздействие радиации. Фоновое облучение и попадание радионуклидов в организм вместе с пищей. Будем продавать картошку. Так, а же ложим в корзинку, скоренько ты должен выйти. Так, еще мешок.
С основным продуктом питания Брянщи не повезло. Правда, не стоит есть картошку в мундире или запекать ее в костре на пикнике. Картофель – самый чистый продукт, который можно вырастить на загрязненных Чернобылем полях. Свежевыкопанные клубни фонят точно так же, как и земля, в которой они росли. Но стоит их помыть и почистить, результат будет совсем другим. Картофель почти не впитывает в себя радионуклиды из почвы. А вот горох, фасоль и другие бобовые, наоборот, обладают повышенной способностью поглощать радиоактивные частицы из почвы. Грибы здесь опасно не только есть, но даже собирать. Прогулки под радиоактивными деревьями здоровья не прибавляют. А дрова из такого леса превращают печь в избе маленький Чернобыль. Первый год после аварии считалось, что не стоит ловить карасей, карпов и другую донную рыбу. Со временем радионуклиды накопились и в хищной рыбе. Мясо, особенно говядина, наиболее уязвимое звено в рационе питания местных жителей. Из рекомендаций населению по соблюдению мер предосторожности в условиях повышенной радиации. Мясные бульоны необходимо исключить полностью. Технология приготовления мяса такова. 10 минут варить в большом количестве воды, отвар слить, залить мясо новой водой, опять отварить 10 минут, после чего в третий раз залить водой и варить до готовности или подвергнуть другому виду обработки. Минский райисполком города Киева. 13 сентября 1986 года. Чиновники нашли дешевый способ борьбы с радиацией. Если содержание радионуклидов в мясе и молоке превышает действующие в России предельно допустимые нормы, то нужно изменить эти самые нормы. По согласованию с главным санитарным врачом страны Геннадием Онищенко, на загрязненных Чернобылем территориях ввели так называемые временные контрольные уровни. Ну и что, что говядина содержит радиоактивных частиц в 3,5 раза больше действующего в стране норматива. Подтвержденным контрольным уровнем она считается вполне съедобной. Похожие методы решения проблемы искали в Советском Союзе. Например, на заседании Совета Министров Белоруссии весной 1986 года. И меня вдруг приглашают тогда в мае, значит, решение, что у нас замазанность большая, что вот, знаете, есть регионы, где, значит, очень высокая радиоактивность мяса. И что по нормам его, значит, нельзя употреблять. И вот предлагается гениальное решение, значит. А есть регионы, где чистое мясо. Вот мы, значит, к 10 этим тушам будем добавлять одну тушу. Оттуда тогда все укладывается в норму. Понимаете? На полном серьезе? На полном серьезе. Я говорю, друзья мои, говорю, ну есть понятие коллективной дозы, ну что я вам здесь буду объяснять, что вы же будете убивать собственных людей, говорю, таким методом распределенным. Только вы кого убьете, не будете знать. Так, паникюр. Там грибы, ягоды собирать. Это все запрещали. Все, они не там еще. Собираем по сей день. Те, кто здесь живут, уже давно не считают радиацию главной бедой. Чернобыльский взрыв подорвал экономику и без того небогатой области. Бедность заставляет этих людей забывать про радиацию. По-другому просто не выжить. Поселок Заборье попал в зону отселения. Ферму и колхозную усадьбу разрушили, школу закрыли, магазин уцелел чудом, а от сельской больницы сохранился только фельдшерский пункт. А люди остались. Сейчас здесь живут около 150 человек. Елена Ефименко – единственный медработник в округе. Случись что, вся надежда на фельдшера. Еще болит, да? Сейчас давление поглядим. Температуру не мерили? И где-то руку свою ударила так? А я так ударила. Не знаю. Сама не знаешь? Да. Вот здесь отпекла руку. Ну ладно, давай. Давай поглядим давление. Ляжи, не поднимайся. Не надо вставать. У Елены двое детей, Федор и Нина. Они здесь родились и почти никуда не выезжали. Федору и Нине повезло, у них есть велосипеды, на которых можно легко добраться до школы в соседнем поселке. Велосипед хорошо помогает учебе, пока не выпадет снег. На вид здоровые и веселые дети. Вот только болеют очень часто. Первый раз Елена рассказывала нам об этом 5 лет назад. Часто зимой особенно болеют. Все время болеют и болеют. Или это зимой вообще разок 5 гриппом переболели. Такого раньше не было, чтобы один раз поболеют и все, а этот год вообще сильно болели. Ты за грибами ты ходишь летом? Хожу. А что собираешь? Какие грибы здесь растут?
Ну, как они называются? Браки, березовики. А ягоды какие есть? Малина. Ты что больше любишь, малину собирать, да, в лесу, или землянику? Малину. Много малин бывает? И потом это вы что, варенье делаете или что? Грибы что делаете, жарите? Как? Грибы в суп. Дети подросли, но болеют по-прежнему много. Нина часто теряет сознание на уроках в школе. Среди ее одноклассников здоровых детей почти нет. Этот поросенок с восьми ногами и одной головой – подарок Вячеслава Коновалова музею Чернобыля в Киеве. В самой коллекции чернобыльских мутантов, которую доктор биологических наук Коновалов собирал в начале 90-х, больше не существует. Коллеги называли подбор экспонатов тенденциозным и напоминали, что кунсткамеры существовали еще во времена Петра I. А то, что чернобыльская катастрофа усилила мутацию человека, сегодня признают все больше врачей. Кроме врожденных пороков развития, на загрязненных территориях люди чаще болеют раком. В Японии пик раковых заболеваний наступил через 25-30 лет после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Мы еще на середине пути. Щитовидная железа, мы так ожидали, что она будет через примерно через 7-8 лет после аварии, и у нас был существенный подъем раков щитовидной железы у детей именно в те годы. То есть идет процесс поэтапного возникновения тех или иных опухолей. Для этого просто нужно время еще. Отдыхать? Да, не все, что я добрала дна. Не добрала на поезде. То, что Марина Куканус стала главной героиней нашего фильма, произошло совершенно случайно. Мы приехали в Заборье, чтобы отвезти детей поселкового крыльца Елены Ефименко на 2 недели в Москву для комплексного медицинского обследования. Семью Ефименко мы выбрали просто потому, что уже снимали их в 2001 году. Федор и Нина должны были поехать в столицу вместе с мамой. Все расходы брала на себя телекомпания НТВ. Врачи готовы были провести любые анализы и консультации бесплатно. Мать детей сразу согласилась, тем более летом школу пропускать не придется. Но потом выяснилось, что в этой семье главным была не мать, а дедушка. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Семенович Ефименко. Поначалу он очень тепло встретил съемочную группу, показал свою пасеку и угостил медом. Какая у меня кастрюля! Это ребятам! Вот это мед! Стали договариваться с соседями, чтобы помогли по хозяйству, пока Елена с детьми будет в отъезде. А когда пришло время покупать билеты, Михаил Семенович передумал. Нынче время такое. Криминальное. Да и со здоровьем у внуков, по словам Михаила Семеновича, все в порядке. Ты дотронулся? Учится нормально, кушает хорошо. Играет как надо. Я что им больше нужно? Здоровья никакого нету совсем. Больные полностью. И голова болит, и ноги, и руки болят. И дети жалуются. В свое время, когда была возможность уехать из зоны отселения, ветеран отказался переселяться. Дочка тоже осталась здесь жить вместе с ним. Переубедить Михаила Семеновича нам не удалось. И пришлось искать других желающих поехать в Москву. Километров 15 от Заборья есть другой поселок, Увелье. Он тоже попал в зону отселения, и там тоже живут люди. Долго искать нам не пришлось. Родители Марины Куканос сразу согласились, и уже через 3 дня девочка оказалась в Москве. Не лежала у вас ни разу. Первый раз поступаешь. Ты гормон получаешь, или тероксин, нет? Мы назначили тебе 50 миллиграмм, или тероксин не получаешь? На ультразвуке, ты что изменил? Больше всего мы боялись результатов анализа крови на хромосомной аберрации. Мутации хромосом современная медицина лечить не может. При биодозиметрии выявлено 5,5% аберрантных клеток. Это является нормальным, допустимым значением. В заключение, хромосомной патологии у ребенка не выявлено.
Хотя количество мутированных клеток у Марины на 0,5% выше допустимой нормы для ребенка этого возраста, врачи сказали, что это в пределах статистической погрешности. А если учесть, что девочка всю жизнь прожила на загрязненных территориях, результат анализа даже очень хороший. За почти месяц, проведенный в Москве, цезия 137 в организме Марины стало значительно меньше. Врачи объяснили, что если ребенка 60 дней кормить чистыми продуктами, то почти весь цезий из организма выйдет. Сложнее со стронцием, он накапливается в костях. Острых проблем с щитовидной железой уже не было. Лечение, назначенное в Брянске, давало хорошие результаты. Самое страшное выяснилось в конце. Оказалось, что жизнь Марины буквально висит на волоске. Ей предстоит срочная и тяжелая операция. Связанных с недостаточностью артерного клапана, одного из главных клапанов. Мы и так думали об операциях, когда можно за счет собственного клапана что-то сделать, но реальность, к сожалению, другая. Надо будет поставить искусственный клапан. Лет спустя чернобыльская катастрофа продолжает притягивать людей. На экскурсии в Чернобыль личный дозиметр не повредит. Карстен Паказер — немецкий турист. Он хорошо говорит по-русски, так что не возникает проблем даже с терминами. Каждый день сотни людей приезжают в Чернобыль на работу. Но прежде чем попасть в 30-километровую зону отчуждения, нужно пройти несколько проверок. А те, кто работает, тоже проверяют каждый день? Конечно. Радиацию нельзя почувствовать, и от этого она кажется еще опаснее. Дозиметр Карстена старого образца, но все равно ему больше доверия, чем приборам экскурсовода. До 20 это норма. Ага. До 20. Ага. Выше 20, в принципе, вот если вы когда-нибудь были в Бразилии, на белых песках бразильских, ага, там 80. Мы идем по асфальтовой дороге. Дозиметр показывает 80-100 микрорентген. Примерно в 5 раз выше нормы. Сворачиваем на обочину, и стрелка резко рвется к красной отметке. Здесь опасно. Да, мог сосаться. То есть здесь получается вот тебе тысячи микрорентген фактически нам. Карстену было 11 лет, когда в Чернобыле произошла авария. Он жил в Любике, небольшом уютном городе на севере ФРГ. В апреле 86-го радиоактивное облако дошло до Западной Германии. Я очень хорошо помню, я был достаточно молодым школьником, как мы приехали в дождливый день в школу наших таких классов, да? У ворот стояли наши учителя физики и всех проверили дозиметрами. Это всех нас свергло в шок. Почти все, кто приезжает в Чернобыль после аварии, стремятся попасть сюда, в Припять, в уютный город энергетиков, с которым мирный атом сделал почти невозможное. Остановил время. Припять буквально утопает в зелени. В городе без людей хозяйничают деревья и кусты. Если их не начнут вырубать, когда-нибудь зарастет даже центральная площадь. Уютный
Элитный город построили специально для людей, обслуживающих станцию. До работы два шага. Здесь жила элита советского общества. Для атомщиков строили лучшие дома. Здесь было больше магазинов и меньше очередей. Детский сад, школа, спортивный зал, парк отдыха – все было рядом. Благоустроено. Таким бассейном и сегодня мог бы гордиться мэр любого украинского города. Заповедник советского прошлого пока больше разрушает не время, а мародеры. Для них и радиация не помеха. Подношу и сразу заходит, зашкаливает твою шкалу. Потому что здесь лежит горячая частица. Вот видишь? Ага. Вот она куда подходит. Экскурсовод показывает нам портреты коммунистических руководителей страны. Почти не запылились. Они были специально приготовлены для первомайской демонстрации. Мы хранили все дома культуры, энергетик. Тогда, конечно, было совсем другое время, и это то, что нас тогда очень взволновало, это что из Советского Союза информации об этом инциденте нет. Это место как мемориал, куда люди могут приехать. Мне кажется, это раз это уже не опасно, мне кажется, это нормально. Все зависит просто от того, с какими чувствами, с каким настроением люди туда едут. Заходим в подъезд 16-этажного жилого дома. Некоторые квартиры до сих пор заперты. Это однокомнатная, поэтому здесь был и сервант, и гардероб, и здесь, скорее всего, стоял какой-нибудь диван. Это была маленькая кухня, здесь был устроен. Остатки мебели, одежды и даже продукты. Маринованные овощи собственного огорода. Запасы на зиму. За долгие годы вода испарилась, но то, что когда-то было в этих банках, можно разглядеть и сейчас. Ну, видишь, вот прогнило и испарилось. Может быть, там сок какой-то получился. Вот, видишь, банки. А здесь точно были эти консервированные помидоры. Не знаю, кто их съел. Город Припять, такой этот призрак, это такой напоминает о том, что люди, ну, что силы у человека достаточно ограничены, и очень многое того, что выше человеческих сил. У меня такое вот впечатление, но что есть много чего, куда людям лучше не засовываться. На этом колесе обозрения, как и на других аттракционах парка, не успел прокатиться ни один человек. Торжественное открытие было намечено на 1 мая 1986 года. К этому времени Припять уже стала городом-призраком. Рекомендуется сопровождать документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Это объявление по радио жители Припяти услышали через 34 часа после взрыва на 4-м блоке АЭС. Эвакуация началась в 1:30 дня, в воскресенье 27 апреля. Людям сказали, через 3 дня вернетесь домой. Никто из 40 с лишним тысяч человек не представлял, что уезжает навсегда. До официального объявления эвакуации уехать из города было непросто. Милицейские посты поставили кругом город, перекрыли ни въехать, ни выехать. То лучше было, чтобы люди бежали, это самое. А как же будут бежать? Это же размещается информация кругом. А в Сапалка, ну вот в городе 26-го была не такая, еще более неспокойная, люди еще не все знали, еще проводили соревнования. А возле больницы, конечно, был ажиотаж. Очень много. Какие-то детские соревнования проводили еще, люди же не знали, дети в школу пришли. В общем, город еще жил такой спокойной жизнью, кто не был с этим связан. Активную зону реактора 4-го блока снесло взрывом в 1:24 в ночь на субботу 26 апреля. Из кратера происходил мощный выброс радиации. Ветер уносил от станции радиоактивные облака. Утром в субботу в городскую больницу Припяти начали привозить облаченный персонал ночной смены и пожарных. В городе появились военные в защитных костюмах. А людям не просто ничего не говорили, им мешали уехать. Во-первых, с детьми уезжали. Во-вторых, что уезжали так люди, зная, что уже авария такая случилась. Слух распространился быстро. Во-первых, то, что пугало людей, много транспорта, много боевых вот таких машин, вот, бронетранспортеров. И мыли дороги пеной. Все были в масках, а мы ходили так, без никакой защиты.
Авария притягивала любопытных. В субботу утром оцепление у станции выставили, но слишком близко от разрушенного блока. Зеваки облучались даже за оцеплением. Больше всего жалко того, что они скрыли это все. Вот что. Что они не сделали так, как писали инструкции, как вот это вот все. Люди с села ехали на велосипедах, на мотоциклах, с детьми посмотреть на блок. Подъехали к блоку, пощелкали, позаглядывали, поехали. Какой результат? И какой результат сейчас? Я знаю, что тот, который ездил еще с сыном, инвалид, сын тоже это самое, полуэта. Поехали за так, облучились, по граффити полазили. Ладно, там уже те, которые нужные там были, они уже работники, которые ликвидировали, которые уже дали это. А сколько безвинных пострадало? Что, город нельзя было предупредить тогда, 26-го даже, в субботу сразу народ предупредить? Боялись, паника будет. Здесь, в Москве, добивались главного. Что ж произошло? Ну, вообще говоря, даже неудобно рассказывать, что на первом этапе такие вещи были, что Славский и Александров, уважаемые люди, очень знающие, все, как говорят, видели и делали, это же они у истока всего. На Политбюро говорит, да ничего у нас бывало на промышленных реакторах. Ну что, отойдем в лесок потом, хорошо, выпьем, закусим, да еще что-то, все, ничего. Я говорю, послушайте, вы что вы, ну что вы, что вы на Политбюро нам их тут несете? Кто-то из них даже, или-то потом к ним передали, да ничего, РБК это нормальный, это как самовар, его и на Красной площади можно ставить. Вот такая была уверенность. Вы смотрите, 27-го, после выселения людей все, члены правительственной комиссии остались и ночевали в этом городе. В ресторане ели, питали, все. А это все было уже заражено. Дегенеративные изменения самого миокарда и со всеми вытекающими отсюда последствиями. В загрязненных Чернобылем районах Брянской области, откуда родом Марина Туконос и ее родители, медики отмечают рост врожденных аномалий развития. Хотя однозначно ответить на вопрос, была ли радиация главной причиной, из-за которой Марина родилась с пороком сердца, врачи не могут. Совершенно точно прослежена зависимость от экологии, и, соответственно, вот радиации. Вот. А науке неизвестно, почему в одних случаях рождаются дети с пороком, в другом не рождаются, но такая зависимость давно подмечена, и вполне можно сказать, что в каком-то проценте, или, ну да, проценте случаев, конечно, это фактор повлиял на рождение ребенка. Вот. Но точно сказать, что если бы она жила в другом месте, и у нее бы не было, тоже невозможно. Заканчиваем фиксацию клапана к корню аорты. Размер клапана, который будет установлен, он большой, 25-й размер, это размер взрослого. Поэтому будем надеяться, что все это ей хватит на всю жизнь. Уже больше 2 часов сердце Марины не бьется. А еще через час врачи попробуют запустить его снова. Вещь,
которую нельзя забыть, потому что у нас и сейчас такое может повториться, потому что тогда было очень много людей, которые своим трудом спасали нас. И я думаю, что память им, этим людям точно должна быть сохранена. Экскурсии продолжаются у реки Припять. Живописные, безлюдные места. Если бы мы не знали, где находимся, наверняка захотели бы искупаться или порыбачить. Но и здесь напоминание о трагедии. Кладбище ржавых судов, которые вывозили радиоактивный мусор с Чернобыльской станции. На саму станцию туристов не пускают. Карстену предлагают сфотографировать объект укрытия или саркофаг. До него всего 100 метров. Небольшой мемориальный музей на станции прикрывает туристов от радиации свинцовыми стеклами. Экскурсовод рассказывает о том, как все происходило в ту трагическую ночь. То есть крышка была сорвана с места, силой взрыва ударилась о конструкции блока и встала вот так практически вертикально. Вес крышки реактора более 2000 тонн. Карстен замечает на макете в самом центре взрыва крошечные фигурки людей. В шахту реактора и под реакторные помещения, куда стекало расплавленное ядерное топливо, спускались живые люди. 800 рентген в час. Действовать нужно быстро. В застывшей лаве блестят соли урана. Отколоть кусочек для пробы и успеть вернуться. Задача второго исследователя – подобрать отколотые куски манипулятором. Неудобно. Чем больше потратишь времени, тем сильнее облучишься. Ну вот, необходимое количество застывшего расплава ядерного топлива уже в мешке. Теперь обратный путь через завалы с бесценным для науки и смертельным для человека грузом. Чтобы сюда залезть, нужно не просто рискнуть здоровьем, но и нарушить все действующие инструкции по радиационной безопасности. Много не отснимаем, Андрюша? Нет, ну, во-первых, прежде чем мы туда лезем, мы никому не говорим. То есть такое решение принималось исключительно в узком кругу тех людей, которые собираются лезть. При этом желающих лезть всегда было больше, чем нужно было для выполнения той или иной следственной задачи. Эти люди не против, когда их называют сталкерами. У сталкеров особое отношение с радиацией. Вот уже несколько лет группа ученых исследует разрушенный взрывом реактор. Пластиковый костюм защищает только от радиоактивной пыли, но не от проникающего излучения. Они только улыбаются, когда кто-то говорит, что наука точно не знает, что происходит под саркофагом. Ученые до сих пор спорят о том, сколько ядерного топлива остается сегодня за бетонными стенами саркофага в шахте реактора. На момент взрыва там находилось почти 180 тонн урана. По всем оценкам, которые были сделаны, наружу мы нашли 3-4%. Все остальное там. Ты же считаешь, что вот это все вот сколько там было? То есть сейчас внутри реально находится какое количество? Все там, все, что было в реакторе. То есть 90%? 97%. Сколько там? Как и 20 лет назад, директор Курчатовского института академик Велихов уверен, почти все ядерное топливо под саркофагом. Подчиненные академика облазили все развалины четвертого блока и не смогли найти 170 тонн урана. В 88 году стенку взорвавшегося реактора пробурили и опустили туда видеокамеру. Исследователи увидели пустую шахту реактора. Что значит пустую? Только воздух. Воздух, раз. Нижняя опора, на которой была графитовая кладка активной зоны, ушла вниз почти на 4 метра. На ней нет графитовой кладки, на ней есть железобетонные плиты огромного размера. Огромного, это значит, примерно 5 на 10 метров. Когда строили саркофаг, развалины реактора заливали бетоном. Но ученые смогли добраться до шахты реактора. Бетоном-то не залили ни шахту реактора, ни соседние смежные помещения. И поэтому мы, конечно, ползком, что-то же залили все-таки, ползком приползли в подаппаратное, подреакторное помещение, поставили лестницу простую, деревянную, и залезли внутрь шахты реактора. Конечно, сначала мы производили измерения. Да, вот тут вот 40 рентген в час, а тут 200 рентген в час. Но это мизерные величины, это еще не тысячи.
на самом деле. Конечно, меня страшно поразило, когда я нахожусь в шахте реактора, и я нахожу точку, где 80 рентген в час всего, а я нахожусь в шахте реактора. То, что в шахте реактора не оказалось ядерного топлива, означало, что после взрыва в недрах разрушенного блока происходили совсем не те процессы, о которых известные советские академики докладывали в ЦК КПСС. И многие угрозы, с которыми тысячи людей боролись, не щадя своего здоровья, когда ликвидировали последствия аварий, просто не существовали. Припятью началась эвакуация людей из 10, а потом и из 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской атомной станции. Решение принимала комиссия во главе с председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым. Уже была карта. Карта загрязнения. Если так можно выразиться, это вот такая, знаете, какая-то клякса. Такая клякса. С рваными краями, значит, самая крайняя точка, вот если центр взять, крайняя точка это 30 километров. Но была еще одна причина для эвакуации. Академики предупреждали о возможности еще одного взрыва на Чернобыльской атомной станции. Я думаю, что это все связано с оценкой. Все мы были в неведении. И главное, ведь главные ученые, специалисты, ядерщики, в том числе и Легасов, и Велихов, и Легасов, они же в создании даже этого реактора участвовали как бы. Это люди сведущие, все. Они-то, ну кто должен еще нам сказать? Вот. В этом смысле политбюро, оно, зависимо оно, так сказать. И что делали правильно, что песок и свинец сбросали туда? Это, конечно, имело значение. Потом была опасность, что если вся эта масса в ядерном этом котле прорвется вниз, то, во-первых, она может соединиться с радиоактивной водой там, и может произойти взрыв. Академики предполагали, что после аварии расплавленное топливо осталось в шахте реактора, и что оно еще долгое время будет продолжать разогреваться. Внутри, вот, вы видите макет шахты реактора, где плавилось, переплавлялось бетон, песок, металл и частично продукты засыпки, которые сбрасывали с вертолета. Здесь оно при температуре порядка 1600-2000 градусов плавилось и растекалось на нижние этажи под реакторное помещение, парораспределительный коридор, второй и первый этаж бассейна Барбатера. Велихов, допустим, говорил, что вот то, что разогретый вот этот котел, что это пойдет вниз. Вниз. И на своем пути он будет все. Он все сжигать будет. Цемент, вернее, бетон, так бетон, металл, так металл. Он будет пронизывать просто. Значит, если не ошибаюсь, сколько же он говорил? По-моему, в сутки метр будет проходить. Ну, он ученый, он, да, он нам сказать, слушай, ты не прав, не так, а если так? У нас тут были физики, которые занимались этим реактором, они считали, они говорили, что 10-14 день металлическая конструкция, которая удерживает плиту и реактор, рухнет, и реактор обрушится, топливо обрушится, и топливо начнет куда-то двигаться. Просто под действием сил тяжести оно протечет, горячее топливо. Ну и там стал вопрос, куда оно протечет, как оно будет взаимодействовать с бетоном. Военные посчитали, что если пройдет тот процесс, о котором говорили, что уран будет собираться в эти самые, как ртуть, в комки и гореть, прожигая все 3000 градусов, и попадет в бассейны Барбатера, они были с водой, то взрыв, который при этом произойдет, радиус поражения будет иметь 30 километров. Людей из 30-километровой зоны эвакуировали. Это и есть помещение бассейна «Барбатер» под шахтой реактора. В мае воду из него удалось спустить. Мы пришли туда в июне.
в эти самые помещения бассейна «Барбатёра». Уже воды когда не было. Но потолки не были проплавлены. То есть мы видим, что помещение прохладное, температуры никакой. Но лежат на полу красно-коричневые кучи и странной формы. По цвету глина. Мы так и написали в своих отчетах. Куча глины. А фон больше 1000 рентген-час. Я же говорю, ну там везде был фон больше 1000 рентген-час. Только через 2 года, когда исследователи снова залезли в подреакторные помещения, они поняли, что красно-коричневые кучи на полу и есть топливосодержащий расплав. Этот расплав, по первоначальным оценкам ученых, должен был прожечь бетон под 4-м блоком и уйти под землю. Дойдет до подземной воды, значит, там заразит это к чертовой матери. Это где-то вылезет, неизвестно, на 50 километров, на 100 километров, как в совершенно другом месте. Это вообще катастрофа, значит, так, непонятно, что произойдет. И тогда было принято решение, значит, чтобы под реактором заглубиться, то есть сбоку штольню делали, и прошли под реактором. Под реактором, по сути дела, реактор он висел в воздухе. Там сделаны помещения, сделаны. Вытащили все, это делали все шахтеры. Ребята со всех сторон, из Донбасса, из Кузбасса были там. И они день и ночь, они работали. В штольне под реактором установили трубы системы охлаждения и залили их бетоном. Но оценка ученых была слишком далека от реальности. Когда шахтеры копали штольню, реактор уже давно остыл. А расплавленная топливосодержащая масса вытекала из шахты реактора очень недолго. Текла, но она текла в первые мгновения после аварии. То есть все это растекание прекратилось буквально в течение там, 8-9 секунд. Мы обязаны были делать. Да, это большие затраты. Да, многие люди потеряли здоровье на этом деле. Первый отчет о том, что в шахте реактора осталось не больше 10% ядерного топлива, был подписан 24 мая, а в июне 86 года из Чернобыля в Москву на совещание к академику Легасову прилетел замдиректора Курчатовского института Вячеслав Письменный. Ну, на совещании были, естественно, только одни мужчины. И он по-простому на этом совещании говорит, что нет там топлива нисколько. Ну, на диалекте, на французском. А академик Легасов ему говорит, а мы тут решили, что 95% топлива находится в шахте реактора. А членкор говорит, а нет там топлива нисколько. А академик 95%. А член-корреспондент, а академик, кто победил? Получите результат на 10 лет, на 20 лет, что 95% топлива там. К 1992 году у группы доктора Чечерева созрел, на первый взгляд, безумный план. Как избавиться от расплавов ядерного топлива, одного из основных источников радиации под саркофагом. Мне казалось, что самое главное нам было бы удалить эти топливосодержащие материалы, которые находятся внутри, и там какие-то там бочки, объемы какие-то, и пусть они ждут своей судьбы дальнейшей. Пусть им, ну для кружного, что там, 10 тонн ядерного топлива. Концентрации 5%. И у вас получаются объемы на самом деле, все равно с которыми надо работать. Но собирать его как-то? Да мы-то собирались, конечно, лопатами. Что там говорить? Мы уже и поддоны подготовили, и лопаты. Ну, кончился Советский Союз, и экспедиция наша лопнула. Лопатами собирались перекидать около 40 кубометров застывших расплавов ядерного топлива. Деньги. В 86-м этот подтянутый американец также бегал по набережной Днепра в Киеве. Вместе с ним на Украину приехали жена, маленький сын и дочь. Семью Роберта Гейла снимали советские операторы и показывали в программе «Время». Мы поехали в Киев, обнаружили, что люди пытаются оттуда бежать. Хотя там было относительно безопасно. В самом городе опасности не было. Но правительству мало кто верил, и многие хотели бежать. А как лучше всего показать, что там нет опасности? Привести свою собственную семью. Из отчета Первого управления КГБ Украинской ССР секретно. Вызывает сомнение показ по телевизору ряда сюжетов. В поле под Чернобылем стоит председатель колхоза и уверяет, что колхоз перевыполняет план сева. Это, естественно, хорошо, но ведь вопрос состоит в том, будет ли пригоден этот урожай в пищу. 7 мая
1986 года. Ну вот средства западной информации, голоса твердят о том, что в Киеве паника. Я бы не сказал, у нас не вагонка мира. То есть. Спокойно, да. Люди. Это вообще даже не серьезный вопрос. Паника, какая может быть паника? Паники нет. Майские праздники прошли в Киеве, как обычно. От возможной эвакуации столица Украины спасло направление ветра. Когда стало известно, что роза ветров оказалась, все пошло в сторону, и это спасло Киев, в сторону Могилева, в сторону Белоруссии, вот эти две области, там накрыло, они сейчас в тяжелейшем положении, то стало ясно, что вопрос о Киеве не стоит. Вы знаете, что в Киеве уже начиналась паника, нет? Вам говорили об этом? Она начиналась уже. И уже многие садили на поезда и отправляли оттуда людей. Вот, особенно те, которые наиболее информированы. Те, которые простой народ-то не отправлял, значит, так? Поэтому, ну, отменили эту демонстрацию, создали бы, значит, панику в этом Киеве, поднялся бы Киев весь. I try to show that, you know, life is normal. Я пытался показать, что жизнь в норме. Есть, конечно же, серьезные проблемы, но не настолько серьезные, чтобы проводить массовую эвакуацию. Специалиста по пересадке костного мозга Роберта Гейла привез в Москву давний друг Советского Союза Арман Хаммер. Бригада Гейла помогала врачам из 6-й московской больницы лечить облученных чернобыльцев. У нас было чуть более 200 пациентов. В тяжелом состоянии 29 из них умерли. Большинство же выжили, 170 человек. Некоторые люди, кому мы сделали операции, живы до сих пор. Они даже переписываются со мной. С ним очень хорошая была бригада. Вот не он сам, а были полезны нам его коллеги. Среди них были люди, которые помогали нам в подборе трансплантации. Очень важно. Сюда, в 6-ю московскую больницу, привезли самых тяжелых больных из Чернобыля. На самолетах мы летели в Москву. Но мы еще видели, как эти самолеты отбуксировали подальше туда, обставили флажками, как Волков, отправляют красным, и все. И потом, говорит, их расшили, разобрали. Настолько они были эти. Ну, конечно, если мы сами были частичками того реактора, светили. Если осенью я домой уже приехал, в первых числах ноября, с группой инвалидности уже, и светило еще, и щитовидка светила, и все светило, то о чем можно было говорить в апреле месяце? Да. Вот. И персонал в Москве тоже от нас хапанул тоже, хоть они в пленках были, но пленка разве это защита, если мы излучали, а амофон стоял от нас. Первые дни нет. Никакой защиты. Абсолютно никакой. Это абсолютно, я твердо могу сказать, по себе и так далее. Потом я как раз попала в тот, ну не период, как скажем, в тот момент, с 14 числа, у меня до сих пор есть этот бюллетень, у меня поднялась температура 40, без всяких признаков. Дома я переночевала, мне надо было на смену идти в день, но я работать не могла. Когда мы потом восстанавливали дозы вот для работающего персонала, они могли так от 10 до 25 рентген получить. Ну, особенно те, кто хирурги, отолерингологи, глазники, которые вот манипулировали прямо около человека, около скирта. А потом, когда, значит, скажем, больные умирали, первое, что и делали, их обмывали очень жестко и удаляли щитовидную железу. А уже потом шло вскрытие. То есть это наиболее два важных источника загрязнения. Кожа раненая, болеющая, в этих корках хранящая еще некоторое количество радиоактивных веществ, и щитовидная железа с радиойодом. В остальном они были не опасны. Официально никто из персонала 6-й больницы тогда не пострадал. Ну, в основном хирурги, и вот наш
патологоанатом. Очень скоро ушли. Очень. Внезапно, скоро один хирург вообще во время нашей смены умер в ординаторской. Вечером в 11 часов я приглашала больную смотреть. Все нормально. Пошел отдавать в ординаторской. А утром он был уже мертв. Врачи боролись за жизнь облученных до конца. Как минимум 10 больных, считавшихся безнадежными, живы до сих пор. Это щит управления 4-м блоком Чернобыльской атомной станции. 25 апреля 1986 года здесь проводили эксперимент, из-за которого разработчики узнали о конструкционных недостатках атомного реактора, а люди во всем мире услышали горькое слово «Чернобыль». Эти испытания должны были повысить безопасность атомной станции. Работающий атомный реактор нужно охлаждать. На реакторах чернобыльского типа через активную зону по трубам электронасосами прокачивают воду. Если насосы останутся без электричества, вода перестает охлаждать реактор. Он перегревается и может взорваться. Для аварийного питания насосов есть дизель-генератор, но он слишком медленно запускается. Пока заводится дизель, можно попробовать получить электроэнергию для насосов из другого источника. На испытаниях планировалось использовать для этого основную паровую турбину энергоблока. Когда останавливаются насосы и в турбину перестает поступать под давлением горячий пар из реактора, турбина еще какое-то время вращается по инерции и вырабатывает электричество. На этом электричестве и должны были работать охлаждающие насосы. На Чернобыльской атомной такие испытания проводились уже в четвертый раз. Предыдущие три раза реактор сначала глушился, а потом на нем проводился эксперимент. В апреле 1986-го все было по-другому. Реактор шел на плановый профилактический ремонт. Замглавного инженера станции Анатолий Дятлов был готов проводить испытания по программе, которую, как и предыдущие три раза, он не стал согласовывать ни с главным конструктором, ни с научным руководителем проекта. Ну, Дятлов считал, что это не нужно. Он хозяин-барин, он хозяин этого объекта, он решает, что не нужно. Больше того, эти программы не согласовывались даже со станционным отделом ядерной безопасности. Поскольку никому из них, в частности Дятлову, и в голову не приходило, что это может быть связано как-то с ядерной опасностью. Записи переговоров на блоке управления в ходе эксперимента до сих пор не рассекречены. Мы слушали запись потом. Запись разговоров. Вот он говорит, слушай, ну, к примеру, Иван, слушай, вот тут вот написано, значит, вот напечатано, вот надо вот то-то, то-то сделать. А потом, говорит, кто-то, говорит, вычеркнул, и от руки до вместо этого написал вот это. Так как кому верить? То, что было раньше напечатано, или то, что от руки? Тот говорит, да, ну делай, что от руки там, значит, вот в таком духе, так легко вообще. Совершенно секретно, срочно, председателю КГБ Украинской ССР, товарищу Мухи. Взрыв произошел впоследствии ряда грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности при работе реактора 4-го блока АЭС. Заместитель председателя КГБ Украинской ССР Ковтун. Город Чернобыль, 11 мая 1986 года. 25 апреля все было готово к эксперименту, который, как и в предыдущие три раза, хотели проводить в момент остановки реактора. Но диспетчер из Киевэнерго попросил еще 12 часов поработать на половинной мощности. Из-за этого наступил так называемый режим отравления реактора, когда он теряет мощность и становится неуправляемым. Его нужно было немедленно глушить. Но вместо того, чтобы остановить реактор и отложить эксперимент, принимается решение любой ценой поднять мощность и продолжить испытание. Это можно было сделать, только отключив все системы безопасности. Реактор неуправляем, мощность растет слишком быстро. Температура в активной зоне поднимается до нескольких тысяч градусов. В нижней части шахты реактора рвутся трубы системы охлаждения, вода и пар попадают в активную зону. Под давлением воды и пара крышку реактора вместе с раскаленным ядерным топливом выбрасывает в машинный зал. Здесь, по гипотезе доктора Чечерева, происходит атомный взрыв. С точки зрения источника энерговыделения, цепной реакции деления, физика, конечно, это ядерный взрыв, маломощный, никудышный. Около 180 тонн ядерного топлива, которое ученые не могут найти под саркофагом, выбросило в атмосферу. Радиоактивные частицы выпали на огромной территории земного шара. Чернобыльские радионуклиды и аэрозоли обнаружили даже в Японии. Сверхмелкие радиоактивные частицы до сих пор выпадают на поверхность Земли.
крышу четвертого и третьего блоков очищали вручную. Электронная начинка роботов не выдерживала радиации. Солдаты в защитных костюмах руками и лопатами сбрасывали куски графита и остатки ядерного топлива в разрушенный реактор. Находиться на крыше можно было не больше минуты. Ко 2 октября крышу и трубу очистили от радиоактивных материалов. В честь победы трем добровольцам поручили поднять красный флаг над трубой. Меняли перчатки все время, потому что поручни ужасно светили, были очень грязные. Вот, поднялись наверх, скрутили, не сразу, правда, скрутили древко, хотя его на заводе делали флаг заранее. Раскрыли полотнища, и сверху там висел вертолет, который все это снимал. А внизу, там недалеко от аппарелии на крыше, стояло наше все руководство, наша группа, приехавшие генералы, которые нам махали. Операция заняла 17 минут. За каждую минуту добровольцы получили по рентгену. Большие сердца, они с трудом самостоятельно восстанавливаются. Сейчас будем дефибриллировать. Разряд. Разряд. Через 5 часов операция завершилась. Сердце Марины уверенно бьется с искусственным клапаном. А как хорошо, все нормально. Сердце сразу восстановилось, как вы видите. Все хорошо. На 3-й сутки после операции Марина, кажется, еще не верит, что все самое страшное уже позади. Ничего не беспокоит? Спит? Чего? Все. После операции на шон. Конечно, попали в сегодня. Ну, конечно, да. 4-й сутки после операции, конечно, конечно, да. Только чуть-чуть времени прошло. Все нормально. Все будешь делать. Заниматься любимыми делами. Маму радовать. Присаживайтесь. Ребята, мы сегодня с вами собрались на необычный урок. Сегодня мы поговорим об аварии на ЧАЭС. На 12-й день после операции Марину Куконос выписали из Бакулевского кардиологического центра. И она вернулась на родную Брянщину. Жизнь вошла в обычное русло. И, кажется, ничего в ней не изменилось. Вот село Увелье. С плотностью загрязнения выше 40 фюри. Со временем проходит все, но в случае с радиацией ждать придется очень долго. По официальным данным, юго-запад Брянской области отравлен долгоживущими продуктами Чернобыльской аварии. Цезием-137, стронцием-90, плутонием-239 и плутонием-240. Период полураспада, это время, когда излучение уменьшается ровно в половину, у стронция и цезия составляет около 30 лет, у плутония-240 – 6540 лет, у плутония-239 – 24 080 лет. После взрыва на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции прошло 20 лет. Погиб 31.